Эй, ты! Не спишь? Ты нарушитель границы, так? Надо ж тебе было налететь прямо на имперскую засаду. Они и нас поймали, и ворюгу этого. Проклятые братья Бури! В Скайриме было тихо, пока вас сюда не принесло. И империи ни до чего дела не было. Если бы они вас не искали, я бы сейчас украл вон ту лошадь и рванул в Хаммерфелл. Эй, ты! Нам с тобой здесь не место! Это за братьями Бури империя охотится! Мы сейчас все братья и сестры по судьбе, ворюга. А ну все заткнулись! А с ним-то что не то, а? Попридержи язык. Перед тобой Ульфрик Буревестник, истинный король Скайрима. Ульфрик? Ярл Винхельма? Но ты же вожак восстания! Если тебя схватили... О, боги, куда нас везут? Я не знаю, куда нас везут, но... Савнгард ждет. Не может быть. Я сплю. Эй, Конокрад, а ты из какой деревни? Тебе-то что? Последние мысли Норда всегда должны быть о доме. Рорикстед! Я из Рорикстеда! Здравия желаю, генерал! Палач уже ждет. Хорошо. Покончим с этим. Шо? Мар, Дебелла, Кинарет, Акатош! Боги, пожалуйста, помогите мне! Смотри-ка, генерал Тулий, военный наместник. А с ним, похоже, талмарцы, проклятые эльфы. Наверняка это все они подстроили. Это Хелгин. Был я как-то влюблен в одну девчонку из этих краев. Интересно, Вилот еще варит мед с можжевеловыми ягодами? Когда я был мальцом, мне казалось, что нет ничего безопаснее имперских крепостей. Смешно. Мама, кто это такие? Куда они идут? Иди скорее в дом, малыш. Почему? Я хочу поглядеть на солдат. А ну домой, живо! Да, папа. Выводите их из повозки! Живее! Почему мы остановились? А ты как думаешь? Приехали. Пошли. Не будем заставлять богов дожидаться. Нет, постойте. Мы не повстанцы. Прими смерть с достоинством, бог. Скажи им правду. Мы не с тобой. Это ошибка. Когда вызовем, делайте шаг вперед. По одному. Бог и любит имперцы все делать по списку. Ульфрик Буревестник Ярл Виндхельма. Я горжусь тем, что служил тебе, Ярл Ульфрик. Ралов из Ривервуда. Локер из Рорикстеда. Нет, я не мятежник! Вы не имеете права! Стой! Я вам не дам! Лучники! Кто еще хочет поспорить? Постойте-ка. Эй, ты! Шаг вперед! А кто ты?
что ты тут делаешь, Ридгард? Ты наемник? Моряк из Стросмкая? Капитан, что с ним делать? Его нет в списке. Бездну список. Давай его на плаху. Как прикажете, капитан. Мне очень жаль. Мы отправим твои останки в Хаммерфилл. Иди за капитаном. Ульфрик Буревестник, здесь, в Хелгене, тебя кто-то зовет героем. Но герой не станет использовать дар голоса, чтобы убить короля и узурпировать трон. Вы начали эту войну и погрузили Скайрим в хаос. А теперь Империя воздаст вам по заслугам и восстановит мир. Что это было? Ничего. Продолжай. Да, генерал Тули. Подготовь их в последний путь. Ныне же вверяем мы души ваши Этериусу. И да пребудет... Во имя Талоса Могучего, заткнись и давай к делу. Ибо вы, как скажете... Я что, все утро ждать буду? Мои предки улыбаются, глядя на меня, имперцы. А ваши улыбаются вам? Имперские ублюдки! По делам! Смерть братьям Бури! Жил без страха и умер без страха. Следующий Редгард! Опять то же самое. Слышите? Следующий, говорю! Иди к плахе. Твоя очередь. Легенды не сжигают деревень. Надо уходить! Быстро! Наверх через башню! Бежим! Сюда, друг! Живее! Нам нужно передвинуть несколько... Рядом со мной, если хочешь жить. Гуннар, займись мальчиком. Мне нужно найти генерала Тулия. Он организует оборону. Она правит тебя боги, Хат. Прижмитесь к стене. Быстро за мной.
не отставай! Что ж нужно, чтобы убить это чудище? Ралов, проклятый предатель! С дороги! Мы бежим и сбежим, Катлан! Тебе нас не остановить! Отлично! Надеюсь, дракон сейчас заберет! Эй, ты! Быстро в крепость! Гарди, брат. Похоже, мы единственные, кому удалось спастись. Это был дракон, никаких сомнений. Прямо как в детских сказках и легендах. Драконы — предвестники конца времен. Надо уходить. Иди сюда. Посмотрим, не смогу ли я разрезать путы. Ну вот, можешь взять вещи Гуннера, они ему больше не понадобятся. Хорошо. Надевай броню и опробуй топор. Пойду поищу, как нам выбраться отсюда. Тут запер. Сейчас гляну, что с тем входом. Что тип? Надеюсь, кто-то знает, куда мы идем. Проклятие! С этой стороны не открыть. Давай, солдат! Вперед! Учимся. Открыть ворота! Мы не дадимся! Ты открыть дверь. Дракон не обрушил нам башню на голову.
ценное и бежим. Дракон сжигает все дотла. Мне нужно собрать еще зелий. Свобода или Солнгар? Это все, знаешь? Кладовая. Поищи какие-нибудь зелья. Они нам при... Готово? Тогда пошли. Троллья кровь. Это комната. Слышишь? Пошли. Появился дракон. Он, я его больше не видела. Погоди-ка. В этой клетке вроде что-то есть.
Посмотри, не сможешь ли открыть отмычкой? Золото нам понадобится, когда выберемся. Хватай все, что может пригодиться. Цы, пошли. Держаться вместе. Что теперь? Посмотрим, куда ведет этот ход. Пошли вперед. Остальные пусть ищут другой путь.
Там тупик. Думаю, лучше попробовать тут. Постой! Там медведица впереди, видишь? По мне, с ней лучше не связываться. Попробуем проскользнуть. Идем тихонько, осторожно, и смотри, куда ногу ставишь. Если ты везунчик, можешь взять лук. Вдруг удастся подстрелить медведицу издалека. Ты вперед, а я за тобой. Прикрою тебе спину. Боже, это выход! Я знал, что мы выберемся! Постой! Ну вот. Кажется, на сей раз он совсем улетел. Никак не выяснить, уцелел ли еще кто-нибудь. Но скоро тут будет не продохнуть от имперцев. Лучше убраться подальше. Моя сестра Гердур держит лесопилку в Ривервуд. Дальше, по дороге. Уверен, она тебе поможет. Думаю, нам нужно разделиться. Удачи тебе. Если бы не твоя помощь, я бы не выбрался. Знаешь, тебе стоит пойти в Виндхель... Что? Это вряд ли. Даже Ульфрик вряд ли смог бы вытащить дракона из рукава. Повезло нам, что он напал именно в этот миг, а? Ох, и не хотелось мне бриться у имперского палача. Ты что, правда не знаешь? С нами был сам Ульфрик Буревестник. Ах да, тебя же вроде поймали при попытке перейти границу. Но я все равно не верю, что ты не знаешь об Ульфрике. Он наш вождь, предводитель братьев Бури. Наверняка даже норды устали проливать кровь в войнах Империи.
Ульфрик наш истинный верховный король. Он воюет, чтобы изгнать империю из Скайрима раз и навсегда. Я был в личной охране Ульфрика. Мы были в Истмарке и направлялись к Черному Броду. Имперцы нас ждали. Лучшая засада, какую я только видел. Их было больше раз в пять. Ульфрик приказал нам сложить оружие. Думаю, не хотел, чтобы мы погибали зря. Я думал, они поведут нас на юг, в Сирадил, проведут перед Императором. Но мы остановились в Хелгине. А остальное ты знаешь. Да, не обязательно быть нордом, чтобы драться за свободу Скайрима. Тебе стоит пойти со мной в Виндхельм и вступить в войну за свободу Скайрима. Сегодня мы все видели истинное лицо Империи. Если кто-то и знает, что значит появление дракона, то это Ульфрик. Ну, может и нет. Драконов в Скайриме не видели уже много веков. Но откуда бы ни взялся этот дракон, Ульфрик все выяснит, это уж точно. К тому же у тебя теперь собственные счеты с Империей и с этим драконом. Надеюсь, что так. Скайриму нужны такие, как ты, чтобы бороться за свободу. Давай, нам пора идти. Знаешь, тебе стоит пойти в Виндхельм и вступить в войну за свободу Скайрима. Сегодня мы все увидели истинное лицо Империи. Если кто-то и знает, что значит появление дракона, то это Ульфрик. Видишь, вон те развалины. Это ветреный пик. Никогда не мог понять, как сестра живет в таком месте. Наверное, ко всему человек привыкает. Камни-хранители. Три из 13 древних стоящих камней, что есть в Скайриме. Иди вперед, посмотри. Хорошо. Твои звезды проведут тебя по пути чести и славы.
забудем. На этих землях братья Бури власти не имеют. Если вести из Хелгена сюда еще не дошли, нас никто не тронет. Только глупости не надо делать. Если вдруг наткнемся на имперца, говорить буду я. Идет? Растяпа. Вот растяпа. Хорошо, что ты со мной. Мы уже почти дошли до Ривервуда. Похоже, никто не знает, что произошло. Пошли. Гердур сейчас, скорее всего, на лесопилке. Дракон! Я видела дракона! О, что опять случилось? Гердур! Мара милосердная, как же я рада тебя видеть. Но разве тут для тебя Гердур. Говорят, что Ульфрика схватили. Гердур, со мной все в порядке. Ну, по крайней мере, теперь. Ты ранен? Что стряслось? А это кто? Из ваших? Он мой друг, хотя пока и не из наших. Он мне жизнь спас. Где здесь можно спокойно поговорить? Неизвестно, когда до имперцев дойдут вести из Хелгена. Из Хелгена? Там что-то случилось? Ты прав. Пойдем со мной. Ход, поди-ка сюда на минутку. Мне нужна твоя помощь. В чем дело, женщина? Свен опять пьяный на работу пришел. Ход, просто подойди сюда. Ралов, что ты тут делаешь? А, сейчас спущусь. Дашь посмотреть, сколько ты убил имперцев? А ты правда за руку здоровался с Ульфриком Буревестником? Чш, Фроднер, сейчас не до игр. Иди и последи за южной дорогой. Если увидишь имперских солдат, прибеги и скажи нам. Ну, мама, я хочу остаться и послушать дядю Ралофа. Посмотри-ка, уже взрослый почти. Скоро и сам сможешь сражаться. Правда, не бойся, дядя Ралов, я посторожу, чтобы солдаты к тебе не подкрались. Ну, Ралов, в чем дело? Вид у вас обоих довольно потрепанный. Я не помню, когда в последний раз спал. С чего начать? Короче, насчет Ульфрика это правда. Имперцы подстерегли нас у Черного Брода. Они точно знали, где мы. Кто же выдал? Это было... ну да, 2 дня назад. Утром нас привели в Хелген, и я уже думал, все кончено. Выстроили нас перед палачом и приготовились рубить головы. Вот трусы. Они не посмели привести Ульфрика на честный суд. Еще бы, судить за измену того, кто сражался за свой народ. Тогда весь Скайрим узнал бы правду. Но потом, откуда ни возьмись, налетел дракон. Что? Настоящий? Мне самому трудно поверить. А я-то своими глазами все видел. Самое удивительное, не будь дракона, нас бы уже не было в живых. В суматохе нам удалось удрать. Мы что, первые, кто добрался до Ривервуда? Насколько я знаю, по южной дороге никто больше не проходил. Хорошо.
Тогда, возможно, мы на время задержимся. Мне очень не хочется подвергать опасности твою семью, Гердур, но... Глупости. Живите у меня сколько потребуется. С имперцами я разберусь. Друг Ралофа — мой друг. Вот ключ от дома. Живи столько, сколько захочешь. Если будет что-то нужно, просто дай мне знать. Ты можешь мне помочь. Всем нам. Надо сообщить Ярлу, что в округе объявился дракон. Ривервуд беззащитен. Нужно сообщить Ярлу Балгруфу в Вайтран, чтобы он прислал солдат. Если ты мне поможешь, я буду у тебя в долгу. Спасибо, сестренка. Я знал, что мы можем на тебя положиться. Мне надо возвращаться к работе, пока меня не хватились, но... Кто-нибудь еще спасся? Ульфрик, он не... Не волнуйся. Я уверен, что он уцелел. Разве как... Ну-то там дракону под силу остановить Ульфрика-буревестника. Я впущу их в дом, покажу там, где что лежит и все такое. То есть допьешь с ними всю нашу медовуху. Удачи, братик. Еще увидимся. За меня не беспокойся. Я умею быть незаметным. Я тебе говорил, что моя сестра нам поможет. Надеюсь, увидимся в Виндхельме. Удачи! Говоришь, там был дракон? Расскажи, какой он был? Размером с дом? Угу. Надеюсь, увидимся в Виндхельме. Удачи! Хранят тебя боги. Ошиблись адресом? Увижу имперца, сразу прикончу. Смотри в оба. Надеюсь, увидимся в Виндхельме. Удачи!
Да хранит тебя Талос!